Опа! Запись включена. Вот. Очень рад быть с вами сегодня здесь. Вот такой вот таким вот немножко экспромтом вышла встреча вот здесь, в Екатеринбурге. Вот, честно, если я бы не был так сильно занят в этой октябре, то я бы, наверное, заранее что-то придумал бы, анонс, это все дела. Но в любом случае, что есть, то есть. Кому надо, те пришли. Вот. А кому не надо, вот, тебе не надо. Чего о них переживать, тебе не надо. Сегодня у нас тема с вами, то, что объявлено, это семейное образование. Это вопрос, который для меня очень близко, моему сердцу. Хочу рассказать, как сказать, полное открытие моих карт в плане вот этой темы семейного образования. Заключается в том, что я сам выпускник курса семейного образования, школы семейного образования. Мои родители решили, что хорошо нас воспитывали дома, вот, и забрали меня, мне было лет 8, вот, когда меня забрали из школы, чуть-чуть постарше. Вот, и поэтому я вот как бы, наверное, сторонник семейного образования отчасти из-за своего личного опыта. Вот. Но я не стал радикальным. Меня радикализировало, так скажем, да, то есть по отношению террористов так говорят, что их радикализировало. Вот меня радикализировало не мое воспитание, не то, что я вырос на семейном образовании. То, что сделало меня страшным террористом в плане там семейного образования, да, там всех убедить, что нужно только на семейном образовании, это когда в моей жизни случилось некоторое несчастье в том, что я устроился на работу, работал в школе. Вот, я работал 3 года в школе как преподаватель английского языка. И причем это была платная школа, это была хорошая школа, вот, с английским оттенком, да, то есть как бы склонности к английскому. Я ввел там устную практику. Вот, и когда я увидел, что и как мы занимаемся образованием в школе, я понял, что ну, что-то в жизни не так. Когда ты осознаешь, что программа английского языка, которую преподают за год, за 9 месяцев, можно спокойно пройти за месяц, вот, начинаешь понимать, что ну, тут не образованием занимаются. То есть, если была бы цель образования, была бы и программа немножко другая, был бы и темп другой. Вот. Очень часто мы говорим про побочных эффектов. Да? Вот, это является побочный эффект того, вот, неожидаемый или нежеланный побочный эффект чего-то. Да? То есть, а может быть, иногда то, в кавычках, побочный эффект, это и есть тот эффект, который изначально требуется. Но даже тогда, даже вот с, как сказать, со школы, когда я учился, когда я видел, как все этот кошмар, который творится, когда я видел, что школа чаще всего используется как детский сад на 11 лет, да, то есть место просто, куда родители могут сдать детей в камеры хранения, вот, ну, с таким подвогом, предлогом, что они получают какое-то образование. Вот, ну, для родителей это камеры хранения, для школы и для тех людей, которые там находятся, это что-то другое. Даже это меня не так радикализировало. То, что меня начало радикализировать, это, наверное, в 2006-2007 году я начал проводить такие семинары. Это очень смешно, вы можете смеяться, я сразу вам говорю заранее, это ничего страшного, если будете смеяться, я сам про это очень часто смеюсь. Я начал вести семинары по поводу отношения в браке между мужем и женой. Я еще тогда вообще даже женатым не был, у меня даже подружки не было. И еще смешнее, это вот в 2007-2008 году я проводил семинары, которые пользовались каким-то спросом, вот, по поводу воспитания детей. У меня ни подружки, ни жены. Я тоже всем учил, как воспитывать детей. Потому что я в тех кругах, где я общался, я видел, что есть большой спрос на это, да, то есть большое, очень многие молодые родители, которые просто не понимают, ну, что делать, да, то есть я хоть не молодой родитель был в тот момент, даже не женатый, но я вырос в хорошей христианской семье, где 4 поколения хорошего христианского воспитания, по крайней мере, знал от своего собственного опыта, как ребенка, как меня должны воспитывать, да? Хотя бы оттуда, то есть теорию я знал. И именно тогда, в 2007-2008 году, я начал задумываться по поводу философии образования. Да? То есть у меня был опыт семейного образования в семье, у меня был опыт
школьного образования в школе как преподаватель, и у меня был такой теперь, такой как бы, а что такое образование в принципе? Да? Я начал исследовать вопрос образования в принципе, что значит быть образованным человеком. Да? То есть я все-таки думал, что когда-то я найду жену, когда-то я рожу детей, то есть не я рожу, конечно, но вы поняли, чисто по-библейски. Адам родил там, ну как бы вот так вот, Джастас родил. Вот, что когда-то у меня в жизни это все равно произойдет, слава Богу, и что нужно иметь некую философию образования. И для семинаров, которые я проводил, что про воспитание детей, что такое образование, да? Я начал изучать разные, именно исторический контекст, различные подходы к образованию. Да? То есть греческий подход, там, азиатский подход, там, современный европейский подход. И в это исследование я начал видеть историю системы образования, как мы его сегодня понимаем. Да? То есть когда мы говорим слово «школа», у нас есть определенный образ, который всплывает в нашу голову. Да? И причем этот образ, он универсальный по всем мире. Когда говоришь слово «школа», вот, каждый человек имеет, если ты вырос в промышленной стране, более-менее современной промышленной стране, у тебя есть определенный образ, который всплывает в твоей голове. Да? И как ни странно, вот у нас с вами русские, американцы очень разные, подход много в жизни разный. Русские с японцами там разные, подход к жизни совершенно разный. Русские с китайцами разные, китайцы с японцами разные. Там. Китайцы с американцами разные, и в любой сфере жизни, не коснись, все очень разное. Вот. Общее между ними только Макдоналдс и школа, понимаешь? И это очень интересно, вот, эта идея, да, почему такие разные, вот. И это ответ на этот вопрос, это именно история школы, и мы будем об этом говорить немного сегодня. Сразу хочу развеять вот эту идею, что я за образование, семейное, домашнее образование, потому что я американец, и я плохо отношусь к русским школам. Вот. Я на самом деле плохо отношусь к русским школам, но не потому что она русская, а потому что она школа. И если бы я жил в Америке, то я бы обязательно бы держал детей на семейном образовании, воспитывал их точно так же, как в России. Больше того, для меня семейное образование, возможность воспитывать моих детей дома, это до такой степени важный для меня вопрос, что если когда-нибудь это перестанет быть возможным в России, я вижу, что это будет поводом моего, один из малых поводов для того, чтобы я уехал из России. А если в Америке, я уехал из России в Америке, потому что не могу воспитывать детей дома, и в Америке раз там пришел какой-нибудь фашист к власти и такой, ну от всех в школу. Все, я поехал в Южную Америку, я поехал в Африку, мне без разницы, мне нужно воспитывать детей дома. Мы скажем, почему я так к этому радикально отношусь, чуть позже, посмотрим на историю школы и другие какие-то вещи. Да, то есть, вот. Но это не против русскую школу. На самом деле русская школа, как школа, если говорить о яд, что она может быть хорошим, вот, русская школа не хуже других школ, да, то есть она на самом деле лучше многих. Вот, в любом случае, по средним показателям там, каких-то там олимпиад, там, средних там, каких-то достигаемых уровней там, наук, там, точных наук, так далее, так далее. Русская школа вот, выше, чем среднезападная. В любом случае, выше, чем американская. Вот. Но это первый вопрос, на который начали ставить в моей голове сомнения по поводу вот система образования, которую мы вообще в мире имеем сегодня, это как раз вот это сравнение американская школа и русская школа. Да? Потому что мы учились у меня на семейном образовании по американской программе, и я всегда смущался. Вот. Мои друзья, ну, я в 94-м году, мы переехали в Россию, мои родители приехали, мне было 11 лет, я уже к тому моменту уже почти что 3 года на семейном образовании был. Вот. Мы жили в деревне, вот. Часто спрашивают меня, Джастас, как ты выучил так хорошо русский язык? Вот. Я говорю, вот с пацанами на улице бегал, там, они мне всему научили, чему нужно, и много чему не нужно. Вот. И, как сказать, я очень всегда смущался,
Когда мои друзья приходили, то есть я не ходил в местную школу, они интересовались, а как так, ты учишься дома, покажи, чем занимаешься, там, какие у тебя уроки, там, да ладно, что там, да, не важно. Может, я открывал мою, допустим, математику особенно, вот, и они такие, мы это проходили 2 года назад, как это, это же вообще, позор, стыд, вот, и я тоже чувствовал себя как-то ущербно, что я так, ну, отстал. Но потом что-то случилось в моей жизни. Вот. Случилось вот, что случается почти что у всех детей вот, в нашем обществе. Да? Случился 11 класс, случился выпуск, случился начало новой жизни. Я обратил внимание, что никто из моих друзей не могут применить математику в жизни. Самые элементарные какие-то вещи, там, вычисление процента на кредит, вот, вычисление переплаты, элементарные вещи, ставят их в штопор. Вот. Они знают алгебра 3, они там, ну, по американской системе, да, это там третий уровень алгебра, там тригонометрия, там все, а буквально применить ее в самых простых каких-то вещей в жизни они не могут. Советская школа была лучшим в мире, может быть, она была, но тем не менее, это не как-то не оградило людей от того, что в 90-х годах все там, полстраны сидела и заряжала воду у телевизора, понимаешь? Вот. При всем там знании физики, там все сидели и заряжают эту воду, понимаешь? Ну это же как бы, вот, и ты начинаешь понимать, что типа, для чего нужна школа, для чего нужно образование? Ну, наверное, для того, чтобы вычислять хотя бы какие-то элементарные подсчеты, использовать математику, да? Может быть, физику и химию нужно знать для того, чтобы понимать, что экстрасенс, там, вещающий по телевизору, он не может твою воду там ничем зарядить, да? Может быть, для этого нужна образование. А если она не выполняет эту функцию, то один из двух вариантов. Или она просто очень плохо выполняет свою функцию, и поэтому нафиг она нужна, это первый вариант. Или это вообще не ее функция. Поэтому сегодня мы будем говорить о семейном образовании. У нас будет она в 3 частях, даже 4. Мы будем говорить, что такое семейное образование. Мы будем говорить, почему семейное образование. И мы будем говорить, как семейное образование. 4-я часть, это будет вопрос на ваши ответы. А у нас эта тема очень глубокая, она очень обширная. Я не лелею никаких иллюзий, что сегодня мы сможем там, знаете, там прямо все вот закрыть, все такое. Мы приблизительно пойдем там к 6, там по 7, там, ну, к 6, там начало. Будет у нас небольшой перерыв, вот, там 40 минут, чтобы все могли там что-то пройтись, немножко погулять, там, может быть, что-то сесть, какую-нибудь там принести жертву американскому идолу, там, в виде там Макдональдса или что есть рядом. Вот, потом вернемся, и в 7 часов будет встреча с подписчиками, поэтому если я по какой-то причине не ответил на твой вопрос касательно конкретно семейного образования, ты можешь подождать 40 минут, вернуться, задать его во время встречи с подписчиками, я отвечу, потому что как кто с канала, тот знает, что у нас семья, там, вера, семья, фермерство, да, то есть это всегда входит в наши головы. Вот, ну, постараемся, но сейчас, да, время для семейного образования. Поэтому, что такое семейное образование, что почему и как? Вообще, первый вопрос, это что такое образование? Вот. Джастис, ты образованный? Вот. У тебя какое образование? Вот. Я всегда, я первый раз у меня вот эта идея пришла в голову, как отвечать остроумно, когда особенно в каком-нибудь там интервью с телеведущими, там, где-нибудь «Россия-1», какая-нибудь там «Россия-24», там, а вы там как, я много говорите про образование, там, братья, а у самих какое образование? Я как-то, ну, там, вот, там, как-то старался ответить, как это, а потом я вспомнил, да? Я, вот, конечно же, я же маэстро по автодидактике, вот, учился я в учебном заведении УПО, да, вот, и все-таки, я помню, первый раз это сказал на семинаре, там, во время вопросов и ответов, там, вы кто? Я такой, маэстро по автодидактике, там, от УПО, вот, и такие, и все, и молчание, да, и все, потом кто-то ко мне подошел после этого и говорит, я вот хотел пояснить, а что-то вот чуть-чуть не припомню, что это за специальность автодидактика. Я говорю, так, между нами говорят, это на латыни, самоучка, автодидакт.
Вот, да? То есть, что такое образование? Что значит быть образованным? Как минимум, это, когда ты слышишь слово, которое тебе не знакомо, задай вопрос, что это? Как минимум, это должно быть образование. Да? Не просто делать умное лицо, что типа там я все понял, да, там, вот. Хотя бы как минимум образование — это значит умение задавать вопросы. Хорошо, как минимум. Но я рассматривал историю, как я говорил, что когда я учился в школе, я видел там вся вот это то, что творится. Потом, когда я проводил семинары для родителей, я хотел там организовать свои мысли, какую-то философию образования, изучал разные системы образования. И я вообще большой любитель истории. У меня получился недавно, нет, не то, что недавно, год назад, ровно год назад, просто подарок судьбы. Мой очень хороший друг поехал в Италию, и он пригласил меня поехать с собой. И он поехал со своими друзьями, у нас было 5 человек, и мы так, просто Божье чудо, такое для меня подарок судьбы, что мы поехали пятером, и поэтому там аренду машины на 5, там большую машину взяли, там, все квартиры Airbnb там на 5, и получился дешево. То есть, ну, я бы не осилил такую поездку сам, а так получился, в принципе, дешево. Мы поехали все вместе. Вот, для меня это был такой подарок, потому что я такой любитель истории, я любитель именно вот римской истории, греческой истории, римской истории. Я там вообще... Вот, и кто-то с канала говорит, мы ни разу не видели ни одно видео по поводу твоей поездки в Италии. Да, я не хотел испортить поездку в Италии тем, что идею, что я должен записывать везде видео для канала, потому что меня, простите. Вот, но я записывал для своих девочек, потому что я ездил без них, и хотел, чтобы они тоже это для них остался. Везде там у арха Константина, там у арха там Тита, там у Колизея, там в Помпеи, везде там снимал, там рассказывал девочкам, вот что случилось здесь. Это здорово, потому что я изучал. И один из моментов, которые я изучал, это называется «Золотая эпоха Греции». Вот, это очень странная вещь. Мы с вами пережили, ну, как бы живем в интересной эпохе с вами. Да? Мы наследники, так скажем, перемен в истории человечества, которые до этого почти что никогда не были. Да? То есть вот изобрели там паровой двигатель в конец 18 века, вот, начался промышленная революция, так скажем, 1.0, вот, он шел около 100 лет, потом был промышленная революция 2.0, то есть это вот уголь сменился на нефть, вот, он шел полвека, потом была транзисторная революция, в которой мы до сих пор живем, да, информационно-транзисторная революция. То есть мы с вами живем, вот, как раз промышленная революция 3.0, да, то есть все плоды вот жизни, которые мы сегодня имеем, вот, как раз в этом. Да, это основано на науке. До, ну, тысячелетиями люди жили, вроде как ничего, жили. И вот греки, золотая эпоха Греции, знаменита тем, что они изобрели, по крайней мере, положили основания для всех наук, которые родили то, что мы знаем как современный век. Да? Чего ни коснись, все греки. Вот. Где в любую там сферу. Интересно, что греки как раз к концу, вот то, что мы знаем как золотая эпоха Греции, 400 лет до рождения Христа, вот, к концу вот этой эпохи у них уже был рабочие модели паровых двигателей. Вот им нужно было буквально чуть-чуть еще времени, и промышленная революция бы произошла, ну, 2500 лет назад. Греки были прямо мегамозгами. Вот. И поэтому я начал задумываться, хорошо, какая вот система образования родила греческая вот эта вот золотая эпоха? Да. Какая у них была система образования? То есть если мы хотим, чтобы наши дети были образованы, чтобы они могли что-то там творить, наверное, нужно иметь какая-то система, которая бы дала какие-то эффекты. Это первый вопрос. Второй вопрос. Какая система образования родила промышленная революция 1.0? Какая система образования родила промышленную революцию 2.0? Какая система образования родила транзисторную революцию? Ну, современная или какая-то иная? Хорошо, давайте с греками разберемся. Греческая система образования. Есть одна очень большая книга. Здесь у меня, к сожалению, в моих записях не написано автор. Вот. Ну, это можете посмотреть, у меня есть более углубленный этот же урок на канале, можете посмотреть, если хотите потом. Вот. Он написал очень интересную книгу, была очень интересная книга, написана
в середину 20 века один человек задал тот же самый вопрос, автор, опять не помню, автор задал тот же самый вопрос, который я задаю. Какая система у греков была? Да, и он, книга называется «Школы ионики». То есть, ну, не ионики, а еленики. Ну, то есть, это самые кресы, да? «Школы еленики». Вот. И это большой том, это не для обывателя, это такой труд, который профессора в университетах читают, это 800 страниц, вот, можно его найти на Google книги, вот, прочитать. Там очень сухо, очень скучно, очень долго, но самый интересный абзац по всей этой книге, в самом конце, он говорит, там, после распространения всех вот этих вот примеров мы можем убедиться 100%, что в Греции не было никаких школ. Книга его называется «Школа Греции», он приводит к тому, что в Греции не было школ. И это он размазывает про 800 страниц. Вот. Но у них была философия и подход к образованию. И и какая она была? Греки говорили вкратце, чтобы быть образованным, нужно иметь три вещи. Да. Три вещи делают тебя образованным человеком. Да. Первый из них – это так называемая грамматика. Да. Второй из них – это называемая логика. Третий из них – называемая риторика. Что греки подразумевали, когда они говорили слово «грамматика»? Они, естественно, имели в виду грамматика русского языка, которую я не выучил, как вы можете увидеть, если вы читаете, как я пишу на канале. Но они больше имели в виду, что любая тема, от шахматы до ракетной физики, да, любая тема имеет свой язык. Если ты придешь там, в церковь, там, не знаю, станешь христианином, там, покаяешься от атеистов, или наоборот, там, убежишь от христиан, станешь атеистом, там, и влешься в определенное собрание, в определенное общество людей, ты увидишь, что есть, у них есть свой язык, как они говорят, о чем они говорят, терминология. И вот этот язык, любой отдельно взятая тема, это называется грамматика этой темы. Да? И можем по-другому подумать об этом. Когда мы говорим грамматика, мы говорим такие вопросы, отвечаем на такие вопросы, как что, где, когда, с кем, сколько. Это вопросы такие, так скажем, существительные, существительного характера. Да? Это можно назвать по-другому, в научном процессе это сбор фактов, это наблюдение определенных феноменов. Да? То есть это грамматика. То есть греки говорили, что человек, чтобы был образован, должен уметь задавать вопрос. Что это? Как это? Где это? С кем это? Когда это? Сколько это? И так далее, и так далее. Самое первое. Второе. Греки говорили, что человек должен обладать логикой. А логика у нас в наше время это такой очень страшный предмет. Логика, она вызывает каких-то, я не знаю, сухих каких-то там из «Звездного пути» каких-нибудь споков там, которые говорят, это нелогично. Или говорит Шерлокс, который, это просто логично, Ватсон, там какой-нибудь вывод, дедуктивно, непонятно что. Да? На самом деле логика ничего страшного, вот, в нем нету. Логика – это математика для языка. Да? Нам известно, что мы думаем, используя язык. Это был один из таких основных открытий одного американского филолога, который стал всемирно известным, вы, наверное, его знаете, это Ноам Чомски. Вот, он говорил про то, что человек думает, именно используя слово. Да? Что если у тебя нет словарный запас, ты не можешь даже думать, да? Потому что нет образов в голове, которые без слов. Это в современной психологии ставит это чуть-чуть под сомнение. Есть некоторые вещи, которые показывают, что есть определенная форма, базовая, очень животное мышление, которое может происходить без слов, но он очень низкий. Для любой вот высокопоставленной формы мышления нужны слова. Мы, как христиане,
Да, то есть кто здесь у нас тут? Кто исповедующий христиане сегодня? Вот. У нас есть такие? Есть такие? Есть несколько? Вот, хорошо. Мы как христиане знаем это для нас не является никаким, как сказать, открытием, потому что написано в Священном Писании, что вначале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово было Богом. И Словом Божьим Бог создает все, что есть. И все, что создаем, мы создаем через Слово. Поэтому слово – это очень сильная вещь, она мыслеопределяющая. Да? Это уже, мы не будем уходить сильно глубоко в философию, но если ты не можешь наблюдать мир, относительно тебе мир вообще существует или нет? То есть если у тебя нет слова, чтобы описать мир, который ты видишь, не относительно миру как объективную реальность, а относительно тебя, существует мир или нет? Конечно нет, потому что ты не можешь его никак охватить. Да? То есть, но человек, который имеет слово как вечность, да, может вместить все вселенное в своем голове. Как Бог может вместить все в себя путем слова? Вот. Ну то есть, это ладно, это глубоко. Вот. В любом случае, логика – это математика для языка, это математика для мышления. Да? Это по-простому сказать, это исключение противоречия, это наука исключения противоречия. Да? А – это а это не б. Б – это не А. Ну, аристотельская, вот, первый силлогизм, да, А – это А. Вот. Очень просто. Исключение противоречия, да? Или, если совсем просто сказать, логика отвечает на вопрос, почему? Самый важный вопрос, который есть на свете. Самый сильный вопрос. Почему? Почему так, а не по-другому? Да? Школа современная, и мы к нему придем, вот, школа боится этого вопроса как огня. Почему никто не должен задавать? Почему логика как предмет только в университете изучают, и то изредка? Это страшный предмет. Почему? Исключение противоречия. Да? Это второе. То есть греки говорили, нужно уметь задавать вопрос, что это, когда, ну, что это, с кем это, когда это, сколько это, да? И потом нужно применить к набор фактов, набор идей, которые ты получил в первом части, нужно применить фильтр логики. Хорошо, а теперь исключаем противоречие. Почему это так, а не по-другому? Да? Третий шаг к образованности, как говорили греки, к знанию, к гносису, то есть знанию, это риторика. Человек говорит, что он знает, он понимает, почему это, но он не может сказать, что он образованный, пока он не может это передать. Умение передать, я иногда занимался в христианских церквях, занимался молодежным служением. Вот, с молодежью общался там, вот, учил их, там, все. Вот. Прелюбодеяние. Ну, допустим, вот, ты захотел там переспать со своей подружкой. Вот. Это плохо или нет? Ну да, плохо. Расскажи мне, почему? Потому что это Иисус не хочет. Ну да, ты в воскресную школу выучил, да, все. Ответ всегда Иисус, это понятно. Иисус во всем виноват. Даже в том, что ты не можешь переспать подругой. Вот. Почему? Да? Я не могу это рассказать, значит, ты не знаешь. Ну, я знаю, но я не могу это объяснить. Ну, значит, ты не знаешь. Все. Очень просто. Да? Что это? Почему это? И умение это рассказать. То есть, если использовать нашу вот такую таблицу, очень просто, то грамматика отвечает на вопрос «что?», логика отвечает на вопрос «почему?», и риторика отвечает на вопрос «как?». Как это сделать? Да? Давайте посмотрим пару примеров. Если я хочу выучить шахматы, что я должен сделать? Я должен сначала выучить грамматика. Грамматика шахмат – это что? Вот есть поле, вот есть фишки, вот они ходят таким вот образом. Да? Вот есть правила. Вот это все грамматика. Потом есть логика игры. Это теперь я знаю, как все работает, что, сколько, где, когда, все это.
И я исключаю противоречия в моих ходах, чтобы достичь определенной цели. Я применяю определенную логику к определенным движениям для того, чтобы достичь цели. И практика нарабатывания навык – это как раз как вот, я проявляю против соперника мое умение применить логика и грамматика этой темы. Любой урок, который вы пройдете в жизни, любой, именно имеет эту формулу. Если ты хочешь выучить, как ездить на автомобиль, или закончить 4 года университета, все имеет эту формулу. Грамматика, логика, риторика. Греки говорили, что они это не изобрели. Они это нашли. Я верю, что именно это так. Вот. Что это не изобретение, как, я не знаю, как колесо или компьютер. Это некий находка, как мы нашли, что на Земле гравитационная константа это 9,8, что π это 3.14. Это находка, это не изобретение. Наш мозг именно так работает. Мы наблюдаем что-то, мы исключаем противоречия, мы выдаем что-то. Вот так, вот так. И поэтому объективизировать эту подход дает очень большие результаты, потому что это природно для тебя. Хорошо. Это что говорили греки. Греки достигли определенных огромных высот, как я уже говорил. Они изобрели основы для всех наук, которые потом дали нам современный научный мир. Они были на пороге промышленного прорыва. У них уже были эти рельсы. Они уже использовали для перехода кораблей, перетягивания кораблей из одного моря в другой. У них уже был рабочая модель парового двигателя. Они были на грани. Вот. Потом пришли римляне все испортили, там Пакс Романа, как говорит этот Тацит, Тацит говорит, римляне говорят римский мир, Пакс Романа, римляне делают пустыни и называют его миром. Всех порезали и мир. Это как американская демократия. Ну ладно, не будем об этом. Ну это приблизительно так. Вот. И поэтому пришли римляне. Они захватили Грецию, они там поработили ее, все, забрали к себе всех вот этих ученых умов, заставили их работать на армию, закончился греческая золотая эпоха знаний. Вот, римская власть, как нам всем известно, в 5 веке на Западе развалился, в 15 веке на Востоке развалился, вот, но даже с 5 века начался то, что мы знаем, европейские темные века, когда восточная часть империи была вся осаждена со всех сторон варварами, европейская часть была в развале. Вот, около 600 лет была такая темная эпоха. И в начало средневековья, да, там, начало где-то 12 век, начался процесс возрождения науки. Монахи, ученые люди возвращались к греческим пособиям. Я хочу, чтобы вы представили, насколько это странно. В 12 веке монахи в Европе откопали старые греческие пособия по сельскому хозяйству. И такие, о, прикинь, Федя, не надо кидать навоз в речку, это типа плохо. Вот, тут тысяча с лишним лет, 1500 лет назад сказали, что нам нужно делать компостные кучи и использовать навоз. Вот, вы можете себе представить, какой отрасль технологии сегодня, если бы мы нашли там рукописи 1500 лет недавности, это был бы самый прорыв в науке. Это что-то из фантастики. Это было в средневековье. Ой, вау, ничего себе. Пособие по медицину, пособие по всем основным наукам, это было просто прорыв. И они, давай, надо изучать, надо работать. И они также нашли тривиум. То есть система греческого подхода к образованию, слияние трех дорог. Да? Греки говорили, чтобы что-то знать, нужно знать вот эти три вещи. Грамматика, логика, риторика. Это называется тривиум. То есть знание из трех путей. Или путь из трех путей. Трехпутевый путь. Как-то вот так вот. Да? То есть, и они говорили, хорошо, это здорово. И начали это изучать. И это было то, что начался, называется, схоластический период. Да? Это позднее средневековье до Возрождения, до Ренессанс, да? Это схоластический период, когда все там изучали, когда у нас были первые искорки современной науки, да? Именно тогда. И все ребята,
все великие умы, которые есть в науке, которые положили основу настоящей современной науки, они все были образованы в схоластичном школе, школа, опять же, это очень опасно говорить это слово, потому что там не было школы. Когда я говорю школа, именно в этом контексте, я имею в виду школу мышления, определенная форма, вектор идей. Исаак Ньютон, вот, основополагатель всех, ну, вся физика, да, Галилей, там, все вот эти ребята, они были образованы именно в этом векторе, да, и они дали, родили современную науку. Хорошо? Вот. Это то, что дала и современная наука, современная вот эта физика, химия, они родили непосредственно, как сказать, промышленную революцию 1.0. То есть там, где греки остановились, через 1000 с лишним лет, там даже больше, получается, почти что 2000 лет, да, европейцы продолжили. Вот. Это то, что касается 1.0. Потом, промышленная революция 2.0, случился, как мы знаем, в начало 20 века, самый конец 19-й, самое начало 20 века. Двигатель внутреннего сгорания, использование нефти, помните вот эти даты. Да? И центр промышленной революции 2.0 была Британия и США. Промышленная революция 3.0, вот, это транзисторная революция, и опять ее, ну, центр это США. Не потому, что я американец, а потому, что это история. Хорошо. Вот. А, были великие умы везде, но там где-то просто взрыв дал. Да? Запоминаем. Хорошо. Где появилась школа, как мы его сегодня понимаем? Да. И что она родила? Что она нам дала? И на какой вопрос она отвечает? Современная школа, как мы его сегодня понимаем, это историческая аномалия. Что такое семейное образование? Семейное образование – это когда люди ходят на своих стопах. Семейное образование – это когда мужчина с женщиной занимаются любовью, заключают завет на всю жизнь и рожают детей. Вы скажете, так это же все всегда во всей эпохе. Да. Семейное образование – это исторический констант всех цивилизаций, всех времен и всех народов. Общественная, принудительная, фашистская система образования, которая у нас есть в России, в Америке и во всех других промышленных странах мира сегодня, это отступление от исторической нормы. И это не ошибочное или хаотичное отступление, это умышленное отступление, которое случилось чуть больше, чем 200 лет назад. Что случилось? Был один Фридрих Вильхельм, вроде как третий, если память подводит. Вот, который был царь Пруссии. Пруссия – это праотцы, то, что мы сегодня понимаем как немцы, да, это маленькое государство Пруссия. Восточная Пруссия – это наш вот русский Калининград на сегодняшний день. Вот, да. И они были знамениты в Европе для чего? У них не было колонии. Во время великой европейской колонизации они не успели наделать себе колонии. Да, как французы, как испанцы, как англичаны, как даже Дания, Голландия даже успела, но они не успели. Но у них было одно очень вещь, они имели очень крутую наемную армию. То есть почти что все современные армии мира сегодня ссылаются на пруссийскую модель, как модель современной армии. Хорошо. И они отправляли своих солдатов за деньги. Мочить там любая страна Европы могла нанять пруссийскую армию, чтобы своих там врагов мочить. Вот это вот хороший такой вид заработка. Вот. И у них была такая небольшая проблема. В 1810 году был такой Наполеон. Вот. Что сделал слон, когда пришел Наполеон. Да? То есть вот пришел Наполеон, все были очень в большом ужасе. Вот. И при битве, при маленьком городе, который называется Джана, вот, войска Пруссии, вот, сдали позицию перед наполеонской армией. То есть бросили мушкеты, сбежали с поля боя. Вот. И для король Пруссии это было просто трагедия. Как так? Это была двойная трагедия, потому что у французов не была профессиональная армия. Она была
просто сколочена из вот этого вот масса каких-то там французских волонтеров, фермеров там, все, они шли по Европе, демократия во всей Европе, свобода, ну, созвучно, да, с чем-то, но не будем об этом. Вот, но они шли, и они размочили под Дженой вот эту профессиональную армию Пруссии. И король Вильгельм хотел знать почему. И он своих ученых людей им задал вопрос: ребята, вы мне должны объяснить, как так наши тренированные, дрессированные, гроза всему миру, наемные во всей Европе ребята, как они проиграли, когда не было там слишком большое численное превосходство или еще что-то, перед вот эти дурацкие французские, вот, не профессионалы, там чуть не с вилами, как так? Вот, ему пришел ответ. Мы этот вопрос рассматривали, мы вот видим, что основная причина нашего неуспеха – то, что у французов есть национальные идеи. Они борются не за того, что они подданные какого-то вождя, не за каких-то там даже экономических, а не за идею. За Францию. Вива ля революцион! Это очень странно изучать историю Франции, что Наполеон, то есть самый антидемократичный такой вот руководитель, мог обуздать именно демократичную вот идею. Но это опять же вот про некоторые страны, которые мы не будем упоминать сегодня вслух. Вот. Но, и потом Фридрих Вильгельм, он говорит, царь Пруссии говорит, хорошо, тогда второй вопрос. Вот если у них есть национальная идея, а у нас ее нет, как нам ее бы заполучить? И один ученый человек, один из ведущих философов Европы в тот момент, один Йохан Фихте, дал ответ. Этот ответ в двух томах. Это книга открытая. Вот, это не заговор, это я не говорю там в тайных документах, которых вы никогда не увидите, библиотека Ватикана, там на 17 уровень под землей есть книга. Нет. Йохан Фихте, книга «Первое и второе обращение немецкому народу», так и называется. «Первое и второе обращение немецкому народу». Это небольшие книги, где он описывает необходимые шаги для того, чтобы создать некий модель национализма или национальной идеи в Пруссии. Когда мы понимаем, что Пруссия – это працы, ну, как сказать, наши вот австро-немцы, да? И мы говорим, начинаем говорить о национализме. Мы, как русские, у нас волосы должны начинать вставать дыбом. У американцев, может быть, нет, но у русских – да! Потому что мы немножко помним историю, что, чем эта история заканчивается. Хорошо, вот. Что говорил Йохан Фихте? Ответ на то, что нет национальной идеи, это школа. У детей есть естественный национализм или патриотизм, то есть преданность к своему патрису, к своему отцу, который привита ему от рождения природным путем, когда он верен своему отцу, своему клану, своему поселку. Да? И то, что нам нужно сделать, это забрать детей как можно раньше, чтобы забить клин в межпоколенную преемственность, чтобы ценности родителей не передавались на детей, и чтобы в этот клин залить наша идеология. Йохан Фихте говорит в первом обращении немецкому народу, что задача правильная педагогия, да, то есть говорение с детьми, да, вот, это должно быть, чтобы ты, если хотел, мог научить ребенка, что черное – это белое, и что белое – это черное, и чтобы в нем не оставалось ни капли сомнения по этому поводу. Фихте говорит, важен модель подачи, потому что сама форма является посланием, которое мы стараемся послать, и не важно, что является содержанием. Я раньше всегда, мне ВКонтакте, я всегда говорил на этом моменте в моих выступлениях раньше, я говорю, вы, если хотите, пожалуйста, пошлите мне ВКонтакте, напишите, я вам ссылку отправлю на Фихту, на первое-второе обращение немецкому народу. Там есть
ссылочка от в живой библиотека, типа вот можно перейти и прочитать. Да? Тут и недавно, но это уже случилось почти что 2 года назад, на самом деле. После какой-то такой лекции кто-то мне написал ВКонтакте, Джастус там, ты говорил, что можно прочитать Фихте на русском языке, дай ссылку. Я говорю, ну без проблем. Сейчас найду, быстренько нашел свои записи, думаю, ну иногда ссылки ломаются, и иногда их надо проверять. Я думаю, проверю, быстренько переотправлю, а то не то. Нажимаю на него, выскакивает вот эта табличка, данный ресурс, там, законы Российской Федерации, антитеррористические. Ну, поэтому он есть в открытом доступе до сих пор в Рунете, но те ссылки, которые у меня были, они уже не работают. Но ищите, если вам интересно, Йохан Фихте, первое, второе обращение к немецкому народу, это не так уж сложно найти. Как бы, ну, странно, там террористически ничего нету в этих ссылках, кроме того, что это наша история, откуда пришла школа, настоящая история. Окей, хорошо. Что еще говорил Фихте по поводу школы? Да? По поводу школы. Он говорил, что школа это средство, это та средство, по которому государство становится религией народа. И такие слова были очень привлекательны для некий Маркс, для некий Энгельс, для некий Ленин и другие в их, как сказать, в традициях. Хорошо. Фихте говорил, что школа это прежде всего система управления следующему поколению. Да? Если ты хочешь иметь управляемый народ, если ты хочешь иметь солдаты, которые стоят и стреляют, и не перестают стрелять, независимо от никаких обстоятельств, которые готовы быть подчиненным своим офицерам, да, то тебе нужна система, которая лишает человеку его собственной как сказать, воли, да, но чтобы он думал, что у него еще есть воля. Да, то есть, чтобы не было воли, ну, как бы, вроде она еще есть. Да. Вот. И поэтому он говорит, что задача школы – это постоянно ставить перед детьми меняющиеся, но всегда имеющие представителей власти. То есть, что важно не личность, с кем ты общаешься, а должность. Чтобы ты не смотрел на Марию Ивановну так, сколько ты смотрел на учителя. Что ты не смотришь особо на лидер твоего клана или поселка, но ты смотришь на полковника, или лейтенанта, или сержанта. История, кровавая история Европы говорит нам очень интересные уроки. Фридрих Вильхельм не успел полностью внедрить систему школ в Пруссии, но он начал в начале 19 века. К середине 19 века Германия уже имела систему принужденное образование для всех. И самое интересное, что у них, Фихте об этом говорил, и это еще один из аспектов современной школы, он говорит, что для народ есть школа, называется Volksschule, то есть народная школа. Да? Но для элита есть другая школа, которая имеет другие принципы. Потому что тебе нужно в армии, тебе нужно все-таки офицерский отряд тоже. Это не совсем хорошо, чтобы они не умели думать. А французы начали использовать тоже где-то в середине 19 века. Великие британцы начали использовать чуть ближе к концу 19 века. Да? То есть опять по истории мы видим, что все вот прогрессы, промышленная революция 1.0, это было сделано людьми, которые не учились в школе. При Жене проблема была в чем? Французы напали, немцы стояли, когда у немцев появился, когда у пруссийцев появился сомнение, что они могут выжить в этой бою лично, индивидуально, они лично каждый сделал выбор и сбежал с поля боя. Да? Как бы все-таки своя кожа ближе к телу. Да? Первая мировая война, Первая промышленная война. Вся Европа в огне, вся Европа в кровавом, ужасном мясорубке. Французские солдаты, которые 100 лет назад победили пруссов на поле битвы перед Женой, и те же самые пруссийцы, те же самые немцы, которые сбежали, когда поняли, что вообще дело пахнет керосином и нужно, ну, зачем тратить свою жизнь на бессмысленную войну. Сидели друг на друга в окопах,
течение 5 лет и уничтожались друг друга в масштабах, которые немыслимы в истории человечества. Чтобы такой огромный процент населения погибал от войны, ни в одних хрониках истории мы не наблюдаем. Просто люди не были такими тупыми, чтобы до такой степени умирать в таких больших количествах. Французские солдаты в третий год войны, есть очень интересное свидетельство об этом, что в знак протеста против своих офицеров, имея в своих руках винтовки, артиллерию и все остальное необходимое для ведения войны, маршировали мимо своих офицеров, уходили из окопы, нападали на фронт, но пока маршировали мимо, блеяли как овцы в знак своего протеста, надвигающие смерть. Что они понимали, что это бессмысленно, что нас режут как овец, но с этим ничего не могут сделать. Почему? Потому что система общественного образования, она не для того, чтобы дети выучили математику, физику и химию. Система общественного образования для того, чтобы ты сидел 15 тысяч часов и не задавал вопрос, почему я сижу. Чтобы 15 тысяч часов, даже если нужно сходить в туалет, ты задал, спросил, можно ли в туалет. Чтобы 15 тысяч часов ты выходил из своего дома как некий акт образования через акт, что самое важное, в 6 лет, елки-палки, в 7. Это не мама, не папа, не дом, это вот это учреждение и те представители власти, которые меня ждут. Гуся можно научить ходить за шариком, как за мамой. Если когда они влюбляются, все, что ты делаешь, это показываешь ему шарик и убираешь маму. Тогда всю жизнь даже взрослый гусь будет относиться к шарику, как к своим родителям. И блеяние французских солдат в лице очевидного смерти и неумение остановить этот процесс говорит о целом поколении, которое следит за шариком. И это есть история образования. Американцы, и вы скажете, ну как тогда свободолюбивые американцы вот, могли тоже иметь такую систему? Я скажу, это опять не является теория заговора, это открыто все. Об этом писали целые книги. Это в любой библиотеку Америку зайдешь, найдешь это. У нас есть Джон Дьюи, вот, один некий Хорас Манн. Конец 19 века, поехали в Пруссию. Вот, получили свое образование педагогическое там и вернулись в Америку с миссией преобразовать отсталую американскую христианское общество в прогрессивное новое общество в виде Пруссии, в виде Германии. Вот в новой форме. Вот. Джон Дьюи говорил, Хорас Манн говорил, на, если память не подводит, 4-е или 5-е заседание американских педагогов, что на вопрос, которые ему подали, как нам бороться с отсталыми, как он называется, не фольклора, с отсталыми, как это, черная кошка перебежала дорогу, и еще как, суеверие, как нам бороться с этими отсталыми мыслительными процессами и суевериями, которые наш монастырь распространил в Америке в виде христианства. Как нам с этим бороться, если мы хотим иметь прогрессивное общество? Он говорит, все, что нам нужно сделать, это внедрить школьную систему. Пусть у них будет воскресная школа раз в неделю, у нас будет нормальная школа 6 дней в неделю, дети будут наши, будущее наше. Они очень откровенно говорили о том, что школа – это система уничтожения веры, школа – это система разрыв между поколениями. Хорас Манн, Джон Дьюи, они были очень открыты в этом. И они нуждались в финансировании. Но их программа, чтобы внедрить во всей Америке, как ее финансировать? Первое, что они решили, это что нужно показать, что наша система решает реальную проблему. И проблема на тот момент в Америке, которая была у власти имеющих, это дурацкие профсоюзы.
дурацкие профсоюзы, забастовки, шахты бастуют там, во всех заводах, забастовки, это очень много деньги теряем, как сделать так? И это прямо реально проблема, нужно нанимать каких-то копов, что они били этих забастующих, чтобы нужно из другого штата привести других рабочих, это целая огромная головная боль. Вот. Как сделать так, чтобы не было профсоюзов, или чтобы они были неэффективными? Да? И Джон Дуи и Хорис Манн сказали, они пришли в компанию Ford, это уже чуть-чуть позже, это начало 20 века, и сказали, что ребята, мы имеем для вас решение. Проталкиваем систему общественного образования, и мы вам дадим следующее поколение, буквально через 10-15 лет, покорных рабочих, которые будут делать все, что вы хотите. Джон Дуи, если я правильно помню, говорил, задача общественного образования – это не создавать поэтов или творческих лиц, или изобретателей. В наших рядах их и так достаточно. Наша задача – сделать из детей, рабочих на заводе, более покорные рабочие, чтобы они выполняли те задачи, которые их родители делают хаотично, стабильно. И Ленин, когда читал американских заседаний американских вот этих союзов педагогов, которые работали с Фордом, говорил с большим восхищением именно о американской системе образования, которая тогда начала принуждаться. И таким образом все злое в России приходит от Запада. Коммунизм пришел с Германии, Карл Маркс, а образование пришло с Америки, через от Германии через Америку. Вот поэтому я стараюсь как-то вот отработать свои грехи своего народа, хотя бы таким образом. Вот, хорошо, да, то есть Эйнштейн говорил, что немецкий ребенок, ему ломают спину два раза в жизни. Первый раз ему ломают спину в школе, второй раз ломают ему спину в армии. Вот. Эйнштейн говорил, смотря на нашу систему образования, меня не удивляет то, что у нас мало ученых. Меня удивляет, что у нас вообще не есть. А Томас Эдисон, один из основных таких выдающихся изобретателей начала 20 века, да, то есть американских изобретателей, который был как раз вот на пороге вот этой как раз вот промышленная революция 1.0, промышленная революция 2.0. Его выгнали из школ, вот, вернее, не выгнали из школы, а говорили, что он тупой, не, ну, как бы не имеет способности к образованию. Вот, его мама забрала на семейное обучение, вот, и он выпускник наших рядов. Вот. Америка представляет очень интересную ситуацию, интересный эксперимент в образовании. Потому что многие люди не знают, но история образования, она всегда связана тесно с управлением, с подавлением народа. Да? Большинство стран Европы, почти что все страны Европы до 1600, до договора о Вестфалии, то есть это 17 век, да? Почти что все имели законы, которые говорили о том, что нищий класс, крепостной класс, класс обслуживающего персонала не могли получить образование. Юлий Цезарь пишет, это совсем давно, это вот начало там, до рождения Христа, да, то есть самый конец там, той эпохи, в Галльские войны, вот, пишет одну ситуацию, когда один из его сотников, один из его солдатов преподавал уроки грамматика, логика и риторика, тривиум, один из военнопленных галлов. И Цезарь его вывел перед всем армией и сказал, что ну, этот человек нас предал. Вот. И приказал ему нанести на него смертную казнь. И говорю, он давал знания нашим врагам. И мы можем их победить только потому, что они имеет знания. И это будет смертная казнь. Будет образовывать галлов, смертная казнь. Вот. И это была идея всегда. Государство подавляло.
когда Гутенберг, когда в Гутенберге вот первый печатный станок, да, когда вот пошла вот эта вот первая революция знаний, так скажем, да, вот в Европе.